Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джордж Лэнс Калкин, британский художник. Родился в Лондоне 22 июня 1859 года в семье музыканта и композитора. Был вторым ребенком в семье из семи братьев и сестер. Я цитирую данные из Википедии, их не так много, но то, что есть. Получил образование в частной школе, затем посещал школу изящных искусств Слейда и Королевскую академию искусств. Его основными работами были портреты короля Эдуарда VII, Георга V, маркиза Камдена и Джозефа Чемберлена. Многие из его работ были воспроизведены в еженедельной иллюстрированной газете «The Graphic». Был женат на Элис Энни О'Брайен. У них было три дочери – Маргарет, Эйлин и Энни. В 1895-м стал членом Королевского института художников масла. Умер в 1936 году в Лондоне. Вот такие небольшие данные о британском художнике Джордж Лэнс Калкин. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.